Нам с вами необходимо вырезать детали и точно по прямой линии согнуть лепестки. Детали можно как сначала вырезать, а потом нанести линии изгиба, так и наоборот. Гораздо удобнее, если все детали находятся на одном листе, мы наносим линии изгиба, а затем детали вырезаем. Лист с деталями имеет как лицевую, так и рабочую стороны. Наша задача, используя рабочую сторону, слегка продавить линии изгиба. Для этой операции мы будем использовать вспомогательную подложку из 5-6 листов обычной бумаги. Кладем лист рабочей стороной, прикладываем линейку и точно по прямой линии проводим линии изгиба. Как видите, я вышел за края детали. Это не имеет большого значения, так как деталь будет вырезаться. Теперь вырезаем деталь строго по контуру. Деталь вырезана, и теперь нам необходимо подогнуть лепестки. На детали имеются стрелочки, они показывают направление изгиба. В данном случае стрелочки направлены к линии изгиба, соответственно, мы будем сгибать деталь на себя. Сгибаем. После чего проводим ровную линию, чтобы выровнять лепесток. Аналогично поступаем с другим лепестком. Итак, деталь готова для склеивания.